Здравствуйте, все прекрасные добрые люди. Сегодня в чате во время премьеры ролика мне был задан вопрос: можно ли разбогатеть, поменяв свои мысли? Можно ли стать богатым силой мысли? И ответ на этот вопрос утвердительный: да, можно. Об этом написаны книги, много книг на эту тему. В моей библиотеке есть книги на эту тему. Действительно, можно сказать, что это волшебство, это магия. Но сила мысли огромна. И силой мысли вы можете притягивать к себе деньги. Вы можете притянуть к себе богатство. Да, я прочитал несколько книг на эту тему. И я бы сам мог написать уже книгу на тему чудес, которые происходят со мной и с людьми, которые ко мне обращаются за консультациями. Но пока я предпочитаю просто творить чудеса и ими наслаждаться. И помогать другим людям получать то, что они хотят. Это самое большое счастье и наслаждение. Помогать людям. Живут долго и счастливо те, кто помогает другим. Не случайно в Новом Завете сказано, что блажение давать, чем брать. Поэтому хорошее отношение к другим людям – это залог вашего долголетия и счастливой, спокойной жизни. Итак, чудеса. Когда я анализировал свою жизнь, определенный ее этап, у меня было для этого много-много времени. Я бросил ретроспективный взгляд, оглянулся назад и пришел в шок от того, что все пазлы совпали. Я пришел в удивительное состояние, которое длилось довольно-таки долго. Состояние восторга, удивления, недоумения. Состояние, которое было вызвано осознанием того, что все, что в моей жизни происходило, все те события, которые со мной приключились, вся эта игра под названием Джуманджи была не случайна. Она вела к моей цели, к тому, что я хотел. Вот говорят: бойтесь ваших желаний, но не надо желаний бояться. Вообще не надо бояться. Страх там, где нет любви. Но надо очень внимательно заказывать эти желания, очень думать, стараться делать все так, чтобы не Вселенная за вас придумывала пути осуществления этих желаний, а вы сами. Но тем не менее, Вселенная, она заботится, она думает. И все наши желания, они исполняются. Все наши желания исполняются. Сила мысли огромна. С помощью мыслей мы влияем на Вселенную, на реальность. С помощью мыслей своих грязных, негативных мы можем заболеть, в том числе раком, онкологией, и умереть. С помощью мыслей мы можем исцелиться и жить долго и счастливо.
С помощью наших мыслей мы можем обречь себя на страдания, трудную, абсурдную, тяжелую, грустную жизнь. А можем жить весело, легко, красиво, свободно, праздновать жизнь каждый день. И все зависит только от наших мыслей. Итак, помните об этом, что все желания сбываются. Если с вами что-то происходит, то происходит это не случайно и не просто так. Это определенный этап, определенная ступенька, которая ведет вас дальше, к вашей цели. А вот чего вы хотите, это уже зависит от вас. Либо ваши желания бессознательные, и вы реализуете родительский сценарий. Либо ваши желания осознанные, вы знаете, чего вы хотите. У вас есть целый список этих желаний, этих целей и задач, и вы к ним идете. И Вселенная тоже будет делать все для того, чтобы вы достигли этих целей быстро, эффективно и легко. Итак, но тут все от вас зависит. И есть еще такие совершенно волшебные вещи, как сила мысли. Когда вы о чем-то думаете очень интенсивно, то вы это получаете, не прикладывая больше никаких усилий. Только сила мысли. И вот я это проверил. И у меня это заняло 15 минут. Через 15 минут интенсивного думания, сосредоточения, фокусировки, я получил то, что я хотел. Фантастика. Волшебство, магия. Как еще это назвать? Из пустоты, из ничего материализовалось то, что я, то, в чем я нуждался. То, что я захотел иметь. Иногда это дольше длилось, но рекорд 15 минут, я об этом рассказывал как-то. Вы можете все получить то, что вы хотите. Вы можете сделать карьеру, если это вам нужно. И стать кем хотите. Вы можете стать бизнесменом, богатым человеком. Переехать в другую страну. Ну и так далее. Так далее. Все в ваших руках. Вы можете все. Сложность не в этом заключается. Сложность заключается в том, чтобы отказаться от своих ложных убеждений, чтобы их преодолеть, чтобы поменять свое сознание, свое мышление, чтобы измениться. Вот это самая большая сложность в этом. И ведь жизнь – это точное отражение наших убеждений. Поменяйте убеждения, и поменяется ваша жизнь. Я помогаю людям, я помогаю. И мои ученики делают огромные успехи. Огромные. Что хотите? Ну, например, обратился молодой человек. Год он без девушки. Нужна девушка. Ну, понятно, 23 года ему или 25, я уже подзабыл. Как тут без девушки? Нужна девушка. Ее нет. Год. Он мучается, страдает. Две консультации. Он исчезает. Потом мне пишет. Спасибо, мы уже
2 недели живем вместе с девушкой. Нашел себе девушку. Другого человека было желание увеличить свой доход, развивать свой бизнес. Несколько консультаций, и у него нет времени уже на общение со мной. А потому что работы так много, что времени не остается. И он получил то, что он хотел, тоже молодой парень. Он получил деньги, получил заказы, увеличил свой доход. Это был его запрос. И таких историй много у меня. Когда человек получает все, что он хочет. И ведь мы просто общаемся. Но это общение, которое меняет жизнь. Вот. И мне кажется, что именно о таком общении и говорил классик, утверждая, что самая великая роскошь – это роскошь человеческого общения. Общение, которое меняет судьбы. Общение, которое придает жизни смысл, наполняет ее. Общение, которое помогает вам осознать себя, полюбить себя, стать уверенными в себе, смелыми, знающими людьми, осознающими себя и силу своей мысли. Общение, которое помогает стать победителями, хозяевами своей жизни. Вот оно. Я очень рад помогать людям. Я счастлив. Счастлив просто. Потому что это меня наполняет тоже. Я же тоже приобщаюсь к чуду, которое мы вместе творим. Чудеса мы творим вместе. Вот так вот. Так что попробуйте. Но есть одно условие. Вам для того, чтобы сила мысли у вас начала работать, чтобы получать все от жизни, вам нужно стать честными. Стать честными самими собой. Вам нужно перестать лгать себе. Вам нужно добиться чистоты помыслов. Вам нужно высветлиться. Вам нужно стать внутренне светлыми личностями, с чистыми помыслами и намерениями. Никакого зла внутри не было, только добро. Тогда вы получите эту силу мысли. Вам нужно быть искренними очень. Вам нужно научиться мыслить позитивно. Без этого никак. Чистота намерений должна быть. Это вам сила намерений. И тогда весь мир у ваших ног. И все остальное не имеет значения. Ни ваше образование. Это не интересует. Ни ваш там интеллектуальный уровень. Это не важно. Ни внешность, ни происхождение. Недостаток, ничего. Не важно. Важно то, что у вас внутри. Важно то, какие у вас мысли. Это самое главное. И вот со светлыми мыслями вы добьетесь всего. И будете жить долго и счастливо. Будете счастливыми, здоровыми, богатыми, любящими и любимыми. И будете получать все легко. Вы будете жить легко, красиво, свободно.
Будете жить интересно. Это возможно. Это возможно. Мы живем в пространстве чудес. Здесь сама жизнь – это чудо. Все есть чудо, если мы это видим. Здесь очень важно видение. Вот у меня есть видение, я могу предсказывать, что будет происходить. Я могу видеть даже. То есть, начинаются всевозможные феномены. Также вот, раскрытие сверхспособностей, например. Вот я могу предсказывать что-то. Сейчас не буду говорить, что, конкретизировать не буду. Но приходят определенные образы. И я могу сказать что-то человеку. И да, так и происходит. И мыслями я могу формировать реальность. То есть я могу, допустим, направлять финансовые потоки. Много чего делать. Здоровье возвращать человеку. Вот. Недавно одна женщина поговорила со мной. Она очень болела. Поговорила со мной. И ей стало очень легко. Вот так вот. И люди исцеляются. От астмы, от мигрени. Много лет страдали. И несколько консультаций все прошло. Так. Удивительно. Удивительная сила мысли. И я силой мысли то же самое делаю. То же самое делаю. Я притягиваю в свою жизнь то, что я хочу. Людей. Обстоятельства, все, что хотите, все. Я это получаю. Вот как интересно. Так что все в ваших силах, абсолютно все. Вы можете все. Но вот нужно изменить мысли свои. Поэтому я и говорю о том, что мы приходим в этот мир, чтобы учиться и меняться. Другой цели существования нет. Учиться и меняться. Поэтому всю жизнь надо учиться. Я учусь всю жизнь. И вот и сейчас учусь, и сегодня учился, и завтра буду учиться. Все время осваивать что-то новое. И меняюсь. Учеба моя происходит как благодаря общению с людьми, допустим, да, каким-то трением. И я учусь, извлекаю уроки. И учеба просто я изучаю новые предметы, сферы деятельности. Так. Но это необходимо. И это все нас меняет. И нам нужно меняться. Пожалуйста. Самое интересное. То, что вот сила мысли моя настолько мощная, что, допустим, я могу себе что-то запретить делать, вот просто сказать себе, я этого не делаю, все. Это сразу. Я этого не буду делать. Вот одно мое слово для меня, оно настолько весомо, настолько авторитетно. Вот сам для себя авторитет. И также я, допустим, чего-то не хочу, и этого со мной не происходит. Допустим, пример простой. Я хочу отдыхать. И я не хочу, чтобы мне
писали, звонили. Я говорю об этом. И тишина. Гробовая тишина. Никто не пишет и не звонит. Вот так. Потом, наоборот, я говорю так. Что-то мне хочется чего-то там. И мне пишут и звонят. Допустим, мне надо человека увидеть какого-то. Я о нем думаю, я его встречаю. Мне надо то-то, это происходит. И так далее. Вот, вот вам сила мысли. Но чудеса, да и только. Необходимо дать эту свободу мысли, силу, дать силу. Для этого нужно избавиться от идеализации обязательно, от ограничивающих убеждений наших, от синдрома выученной беспомощности, от неверия в себя, от лжи. Вот, нужно научиться быть честным. Я в предыдущем ролике сказал о том, что все хорошее начинается с честности. Все плохое начинается со лжи. Нельзя начинать ни отношения со лжи. Ничего нельзя начинать со лжи. Честность должна быть. Вот поэтому это так ценится, честность. И тогда будет успех во всем. Так что ответ, я ответил на вопрос ваш, и попробуйте, попробуйте. Вот все, кто у меня учится, у них у всех чудеса происходят, все меняются, все получают то, что хотят, сами, и они сами в шоке все. Как? Почему это случилось? Они не понимают, как это работает, я не понимаю. Уже этого. Как это работает? Но это работает. Это как гравитация. Да, все знают, что она есть. Но объяснить это никто не может. То же самое сила нашей мысли. Чудесная сила нашей мысли. Да, она есть, но как это работает, объяснить никто не может. Есть вещи загадочные. Непостижимые, мистические, магические, удивительные, чудесные. Но просто научитесь ими пользоваться. И станьте волшебниками, станьте магами. И используйте свою силу мысли во благо себе и другим. И вы увидите, как будет все очень интересно и здорово. Как вас Вселенная благословит за ваши добрые мысли, добрые намерения, чистые помыслы, вашу открытость, щедрость, искренность, любовь к себе и к людям.